Новый год для Алины и Дарины Тарасовых всегда начинается с елки в Самарской филармонии. Первый раз на этот праздник мама с дочкой пришли 9 лет назад. В этом году в филармонии премьера постановки «Оловянный солдатик и прекрасная балерина» по сказке любимого писателя Дарины Ганса Христиана Андерсена. Здесь очень красиво, здесь всегда очень качественно подготовлены концерты. Детям интересно, взрослым тоже. Я с детства хотела быть балериной, но... потому что они красивые, как-то танцуют очень красиво. На новогоднем представлении десятки счастливых ребят и девчат. Вначале обязательная елка с Дедом Морозом и Снегурочкой, а затем спектакль. В его основе известная история про оловянного солдатика. Она переплетена с мотивами других сказок Андерсена. Музыка живая. Играют музыканты из «Волга Фолк Бэнд». Автор музыки – известный питерский композитор Сергей Баневич, автор детских опер и мюзиклов, которые идут на столичных подмостках. Наряду с состоявшимися артистами на сцене – маленькие актеры из театра «Задумка». Ну, а туда включены сказки о Соловье, сказки другие Андерсена, мотивы сказок. И герои туда вставлены исключительно для того, чтобы просто выстроить сюжет. Ну, сюжет, конечно, у нас заканчивается хэппи-эндом. Я с детства, наверное, вспомнил сам мультик, мультики про чертенков какие-нибудь. Ну, уживался, да, долго уживался. Очень интересная роль, очень, ну, скажем так, вкусная. Погрузиться в новогоднюю атмосферу и увидеть спектакль можно будет до 2 января. Александр Шугаев, Семен Безгинов, Максим Гусев. События.